Доброе утро, дорогие слушатели, зрители. В эфире программа «Ментальный фитнес» с Оксаной Доломан. И сегодня у меня в гостях замечательная гостья Тая Стрельчук. И сегодняшнюю передачу мы будем вести на русском языке, но начнемо с украинской мовы, тому що мы, українці, в різні часи по-різному об'єднуємося. І хочу сказати для наших дорогих співвітчизників, які розмовляють тільки українською мовою, що Тая розмовляє українською мовою, вона із Чернівців, але вона прекрасно розмовляє і російською мовою. І сьогодні ми хочемо говорити на русском языке, поскольку передача «Ментальний фітнес» много лет, уже 4 года виходит именно на русском языке, для того, чтобы как можно больше людей, приехавших в Соединенные Штаты Америки в разные периоды своей жизни, 10, 15, 20 лет назад, да, либо, может быть, несколько месяцев всего лишь назад, поскольку у нас такой язык, который объединял всех людей, родившихся в Советском Союзе, это был русский язык, и то мы его прекрасно понимаем, поэтому мы будем говорить сегодня на русском языке и будем говорить про то, как же нам выработать такой осознанный подход к выбору рекомендаций по здоровью. Хоть моя передача «Ментальный фитнес» больше про работу мозга, про наши чувства, эмоции, но это всегда неразрывно связано с физическим состоянием нашего тела. Тая, витаем тебе в нашей студии. Рады видеть, рада знакомству. Мы с Таей сегодня впервые лично встретились. И представься, расскажи о себе, чем ты можешь нам помочь, чем таким уникальным ты обладаешь, и, возможно, люди, которые нас слушают, не зная тебя, еще не знали, что свои вопросы со здоровьем можно решать очень легко и просто, обращаясь к тебе. Тая? Дякую, Оксаночка, дякую тобі за те, що запросила на ефір. Дуже рада знайомству, дуже приємна людина, ну, так як щира українка наша. Дякую. Вітаю всіх, хто буде слухати, хто слухає. Мене звуть Тая, я родом з України, народилася, вчилася, жила в Україні, з міста Чернівців. Вчилася в медичній академії, закінчила, потім вчилася в Національному університеті імені Федьковича. За фахом я фармацевт. Приїхала в Америку. В Україні в мене своя аптека була. Вивчилася, працювала. 17 років у мене фармацевтичного стажу. І коли приїхала в Америку, в мене народилася в Україні донечка. В мене дві дівчинки. І приїхала в Америку 6 років назад. І коли вже тут стикнулася з тим, що чим мені займатися в Америці, тоді того, що в мене в Україні такий нон-стоп був роботи. І коли приїхала в Америку, перейду на русский. Оксана сказала, що ми будемо по-русски розмовляти, а так якби інструмент передачі інформації буде. Когда я приехала в Америку, я столкнулась с чем мне здесь заниматься и начала интенсивно изучать нутрициологию, превентивная медицина. Что это такое? Превентивная медицина, она изучает весь организм в целом. Не только вот есть симптом, и мы симптом лечим. Как меня учили в медицинском, болит голова, надо выпить анальгин. Но причину того, почему голова болит, мы не углублялись, мы просто выпили обезболивающее там, или вот проблемы с кишечником, запор, мы выпиваем слабительные. Вот превентивная медицина именно углубляется, первоначальную причину, почему возникают вот такие симптомы. И именно нутрициологией начала, два года я уже изучаю вот превентативную медицину и именно нутрициологию. И помогаю людям, как предотвратить, чтобы в будущем, или чтобы не возникали какие-то серьезные заболевания и диагнозы вследствие. Ну, это классно. Ты сейчас сказала очень интересную фразу насчет серьезные заболевания. Что ты относишь к серьезным заболеваниям? Серьезные заболевания очень много, конечно, есть. Это тяжелые сейчас
мире очень повышенные, как бы на первом месте онкологические заболевания. Вот почему они возникают? Они как бы говорят, вот был человек очень молодой, такой здоровый, в 40 лет, и у него онкозаболевание. Но онкозаболевание за один день не приходит. Mm-hmm. Оно все как бы... организм все по крупинкам собирается, и потом раз, и вот серьезное заболевание, вот уже серьезный диагноз появляется. То есть серьезное заболевание — это как диагноз уже. Да, да? Уже диагноз, когда вот уже. Я хочу, чтобы мы сегодня с тобой поговорили, что не нужно доводить себя до состояния, когда тебе ставят диагноз, а чтобы мы могли и имели мудрость такую, да, следить, наблюдать за своим состоянием, смотреть, как работает наш организм, возможно, там следить за весом, за тем, даже как мы ходим в туалет, насколько регулярно, да, мы же не только там за состоянием полости рта следим, как зубы, да, потому что это такая проблема, которая человек, ну, на виду, и он быстро ее решает, да, или быстрее обращает на нее внимание, что, возможно, для того, чтобы не доводить себя до состояния получения диагноза серьезного, да, как мы говорим, серьезно, мы начали обращать внимание на более такие, можно сказать, мелкие, но, с другой стороны, ведущие, если вовремя не обратиться к этому, да, к серьезным заболеваниям, нашим состояниям, которые можно превентивно, да, можно профилактически, обращая на это внимание и зная, на что стоит обратить внимание, мы могли вовремя решать, правильно? Да. Я как бы вот за такой вот подход, не тогда, когда уже поздно пить боржоми, как говорится, да, когда почки отвалились, а до того. Вот как ты думаешь, и, может, возможно, ты, ну, не то, что невозможно, я знаю, что ты знаешь это, поскольку много лет уже сопровождаешь людей, и у тебя соответствующее образование, которое позволяет считывать эту информацию, узнавать. По каким причинам, по каким, даже так, не причинам, а критериям мы можем оценить, что наш, с нашим состоянием здоровья что-то не так? Вот как ты, как специалист, какие у тебя есть такие вот симптомы, по которым ты обычно можешь распознать, что здоровье человека, ну, не в оптимальном состоянии находится? А, вот смотрите, вот эти диагнозы уже такие серьезные, по каких причинах они возникают? Есть три каких основных причины, по которым уже какая-то серьезная проблема в организме человека появляется. Первое – это, конечно же, генетика. А второе – это идет эпигенетика. Это что это такое эпигенетика? Это образ жизни, это как бы как человек питается, здоровый образ или нездоровый образ жизни. И вот с этим и помогает нутрициология, чтобы и дефициты. Очень важно дефициты в организме. Вот в изобилии, в нынешнем изобилии всего, человек умирает от клеточного питания. От недостатка, дефицита. Вот а как мы можем определить это, вот по каким симптомам люди могут распознать, вот наши слушатели, зрители, что они, как они могут понять, что чего-то не хватает? Понятно, что у нас полно информации, нам постоянно говорят про то, что ешьте витамины, минералы, там еще что-то, правильно питайтесь, меньше углеводов, больше белка, там жирных кислот, еще чего-то. То есть есть эти общие рекомендации, там воду пейте, да? А как человек, он может по своему состоянию понять, что стоит обратить на это внимание? Даже по банальной головная боль, это уже это не просто симптом. То есть болит голова, выпить аналгин или аспирин не помогает? Не помогает. Да? Это не просто симптом, что голова болит. Это уже сигнал организму, что в организме что-то не так. Смотрите, есть 6 стадий закисления организма. Как бы, как простыми словами, зашлакованность, как бы грязный организм становится. И вот первая, и головная боль – это уже не первая ступень закисления. Головная боль уже – это третья ступень закисления. Это, ну, как бы, вот по этим ступенькам есть много симптом. Вот симптомы запоры, симптомы головные боли, неприятный запах пота. Что мы делаем? Неприятный запах пота мы дезодорантами, которых составляется с алюминия, солью, мы блокируем выделение лимфа выбрасывает нам, мы блокируем выделение, эти алюминий этот проходит, проникает внутрь, молочные железы, и потом вызывает онкологическое заболевание, какие-то новообразования в женских органах.
И вот эти ступени закисления, вот шестая ступень закисления, это уже идет онкологическое заболевание. Вот шкала pH в нашем организме, внутреннего организма, тянется от 0 до 14. И чем ниже этот показатель, тем как бы большая ступень загрязнения организма. Вот последняя стадия закисления – это онкологические заболевания. Вот я всегда как бы простыми словами могу как бы всегда вот пример навожу, что наш организм, он как бы как аквариум. У кого есть рыбки, вот знают. Наш организм состоит из систем. Системы состоят из органов. Органы из тканей, ткани из клеток. И вот именно от состояния этих клеток состоит наше здоровье. Вот какое состояние, если они хорошие, здоровые клетки, то будет у нас здоровье. Если наши клетки грязные, забитые, то здоровье, ну как бы ни про какое здоровье говорить как бы нельзя. И вот для этого, чтобы эти клетки хорошо, вот за каким принципом я работаю? За тремя, вот три шага есть. Организм надо сначала напоить, почистить и накормить. То есть первое вот поем. Первое поем. Что, ну вот люди, когда они такое слышат, они говорят, что значит напоить? Да я пью, кофе пью, чай пью, я супы, я много супов ем, воду иногда пью. Вот за воду это особое, не знаю, люди сейчас не знают пить воду. Люди не знают, я уже сколько людей научила пить воду. Вот я спрашиваю, сколько ты в день выпиваешь воды? Вот у меня первая эта встреча, первая консультация, я спрашиваю, сколько в день выпиваешь воды? Ну, я много пью, а что ты пьешь? Ну, я как начинается твой день? Начинается день с кофе. Ну, кофе – это не вода, кофе – это еда. Чай – это не вода, это еда. Нам надо наши клетки не кушают котлетки, там, кофе. Они хотят вот питания вот хорошего, воды хотят. Вот и первый, как должен начинаться как бы день, чтобы вот напоить организм? Напоить – вот это должна быть хорошая, чистая, структурированная, живая вода. Вот мы пьем воду, бутилированная вода, вода с крана, она вообще не подходит для нашего организма. Это мертвая вода. Чтобы обогащить воду минералами, я когда приехала в Америку, это первое, что я искала, это чистую воду. У нас в родителей мужа колодец, и я всегда пару дней проходит, я набирала вот такую баклажку. И с меня все как бы смеялись, что как ты едешь, просто воды, это же с крана вода. Но я привыкла в Украине чистую воду, и здесь хотела чистой. Вот я искала для себя воду. Вот у меня вода. Я нашла воду, которая как бы вот нашла качество воды, которая бы обогащается природным методом, обогащается вода, что она делается минеральная, такая как в санаториях, она вот живая идет для наших клеток. Вот первый этап – это надо нам напоить наш организм. Потом, потому что вот есть аквариум, и все вот говорят… Сменить воду, да? Сменить чистую воду. Да, если вот там болото, рыбки же наши там не будут жить. Вот так же самое наши клетки, они не будут жить в болоте. Если вот изобилие всяких витаминов, как вы сказали, в Америке. Вот реально есть все, что хочешь. Что не хочешь. Ну просто вот смотрите, если наши рыбки живут в болоте, и мы туда им корм дадим, оно их спасет, что они будут кушать витамины, там вот даже наши клетки, они живут в болоте, мы туда им витаминчиков и говорим, ничего не помогает, никакого эффекта нет. Но если вот рыбкам дать корм, а они в болоте, оно им не поможет, оно все равно умрут. Ну да, если мы поменять воду, да, тоже воду поменять, толку, да? Да, и оно потом, как бы, а потом уже, когда мы поменяли воду, тогда уже все, вот мы так же самое нашим организмом, мы поменяли воду, мы почистили организм, а потом уже мы даем клеточное питание. Вот уже тогда только надо пить витамины, а не сразу витамины пить. И обязательно организм надо почистить еще. От чего надо чистить организм? Вот меня люди спрашивают, от чего надо чистить организм? Вот мы живем в эпоху того, что в магазинах изобилие всего есть. Все в красочных таких упаковочках, все красиво упаковано, но эти все продукты объединяют три как бы продукта, три компонента. Это соль, сахар и жир. Вот везде есть сахар.
Везде есть, в каждом как бы ингредиенты всего, скрытый сахар есть везде, вот все приправы, все. И это мы как бы кушаем, это мы, нагрузка идет на организм. Эти все красители, консерванты, глутаматы везде в еде. Почему в ресторанах так все вкусно, когда дома уже готовишь, не то? Потому что добавляют усилители вкуса. И это все сказывается на нашем организме. Наш организм, от слова организм, органику, он может переработать, он может скушать все, конечно, но он может переработать и вывести только органику. Ну, как бы другой программы нам Бог не дал, но на органику. И вот все, что мы кушаем, ешки, все эти красители, все консерванты, глутаматы, оно попадает в организм, и оно отлаживается. Оно вот идет, вот идет закисление нашего организма. И закисление идет не только от этого. Вот что такое закисление? В природе это называется ржавчина. А в нас в организме закисление. И мы скажем, хорошо, мы хорошо кушаем, чисто кушаем, мы не закисляемся. Но от того, что мы дышим, от того, какую воду мы пьем, от еды, от стресса. Стресс – это выброс кислоты в нашем организме. И вот мы немножко перенервничали, все, у нас уже идет закисление организма. Поэтому организм надо очищать. Очищать вот этого всего, потому что вот лишний вес, это казалось, что лишний вес, но оно не просто как бы эстетическая картинка. Это вот депо токсинов. В жире это очень хорошо собираются, прячутся, да, токсины. Вот это отлаживается. Если у человека есть даже пару лишних килограмм, это уже свидетельствует о том, что организм надо очищать, что организм грязный внутри. Вот эти наши клетки живут в болоте. То есть мы можем сказать, что вот мы уже сказали, головная боль, сейчас нам надо выделить эти симптомы, по которым мы можем определить, что пора заниматься своим здоровьем. Болит голова часто, да? В туалет, может быть, мы там туалет, ходим. Запоры, как-то, да. Запоры. Неприятный запах пота. Лишний вес. Да? Боли в суставах, боли вообще, как бы дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, боль там любая вот какая-то, не обязательно только запоры, это может быть расстройство, это может быть выпадение волос, плохое состояние кожи, Что с настроением, если как по настроению? С настроением, смотрите, настроение, про мозг. Вы знаете все как бы про мозг, но мозг, он напрямую связан с нашим кишечником. Вот мозг дает сигнал в кишечник, все это мы знаем, но мы не знаем, что кишечник дает сигнал в мозг. Вот настроение... Многие, да, у нас тут есть передачи, которые ведут и нам рассказывают про это, и я много раз говорила в своей передаче о том, что кишечник иногда называют нашим вторым мозгом. Вторым мозгом, и да. И очень важно, чтобы мы поддерживали его чистоту и хорошую работу, и кормили микробиом. То есть наши слушатели, зрители, они такие просвещенные, знают, да, в курсе. Но очень важно, что ты об этом говоришь, потому что это свидетельствует о том, что твой подход, он комплексный, да, потому что сегодня есть огромное количество таких доморощенных, я бы сказала, диетологов, нутрициологов и специалистов по питанию, которые сами получили какой-то результат, похудели, да, и быстренько превращают это в профессию. Они хотят помочь, мало того, что они хотят помочь всем, кто рядом с ними находится, но они выходят в эфир, и они начинают вещать о том методе, который помог лично им, допустим, справиться с лишним весом. Это не всегда правильно, не всегда корректно, потому что для того, чтобы решить комплексно проблему человека с лишним весом, с запорами, с нарушением работы там, кишечника, возможно, с головной болью, потому что один симптом никогда не появляется, он всегда во взаимосвязи. Очень важно, чтобы человек, который дает эти рекомендации, помогает вам с этим совсем разобраться, он был действительно экспертом и специалистом. То есть одного своего результата в похудении, я хочу сейчас сделать на этом акцент, недостаточно для того, чтобы учить других людей и бежать помогать. Потому что иногда эта помощь оборачивается не в ту сторону. Да? Человек становится таким сторонником, ярым той системы, в которой он похудел, там не ел, например, или там много тренировался, или там супер очищался, или еще, то есть их много. Вот та является как раз тем человеком, я ее не так давно знаю, но мне удалось уже изучить ее немножечко Инстаграм, познакомиться с ней. Вот сегодня впервые мы с ней встретились, и даже то, что она сейчас говорит на эфире, свидетельствует о том, что человек имеет знания, опыт и, соответственно, имеет право
рекомендовать и имеет возможность разбираться с морем той информации, которая может быть полезна конкретному человеку. И я думаю, что именно благодаря твоему опыту, твоему академическому опыту, да, тем знаниям, которые ты получала в университетах, и это не одно образование, и очень классно, что химия – это как раз один из предметов, который многие специалисты, многие диетологи упускают, а ты глубоко его знаешь. И я сама как бы специалист в химии тоже, потому что мы в университете, в институте учили 7 химий у меня было. И на тот момент я всегда говорила: боже, зачем мне столько химии? Но я любила химию. Всю жизнь Но химия. Сейчас я понимаю, что это мой козырь, да, потому что я легко могу разобраться во многих технологических процессах, в производстве продуктов, как меняются свойства продуктов и так далее. Вот у Тая это твоя фишка, это твой конек. И я очень рекомендую людям, которые слушают сегодняшнюю передачу, смотрят сегодняшнюю передачу, если вы нуждаетесь в том, чтобы посмотреть на свое здоровье таким новым взглядом, я вам рекомендую обратиться к Тае, тем более, что у нее первые консультации, они бесплатные. Да? Я не всегда люблю это слово «бесплатно», я всегда рекомендую людям не пользоваться бесплатными рекомендациями, а даже если вы идете на такую встречу, будьте готовы отблагодарить человека за то, что он дает вам какие-то советы, рекомендации. Ну, в Америке это такое слово «donation», да, очень популярное, но я всегда стараюсь сама, приходя на какие-то даже встречи или консультации, которые называются бесплатными, всегда благодарить людей разными способами, это не всегда деньгами, да, но всегда благодарить человека за такой вот, чтобы был обмен энергии, это тоже очень важно, это относится как раз к состоянию нашего здоровья. Готовы ли мы поддерживать такой экологичный обмен внутри своего организма и внутри своей жизни, потому что все эти процессы, они очень сильно взаимосвязаны, поэтому я очень рекомендую обращаться к Тае по вопросам, связанные мы с лишним весом. Расскажи, что ты проводишь, какие консультации, возможно, марафоны или какие-то встречи, куда люди могут присоединиться и как с тобой контактировать? Но я много даю информации, бесплатной информации в Инстаграме. Я вот чисто, в свободном доступе. В свободном доступе я много даю информации по здоровью в Инстаграме. Я, когда человек ко мне обращается, я сначала вот нахожу ту причину, которая вызвала, например, там лишний вес, потому что снизить вес как бы не тяжело. Но удержать этот вес, чтобы оно там через пару недель вам назад не возвратилось, вот этот идет и вот этот комплексный подход. Я изучаю, нахожу причину, почему. Почему запоры у человека? Потому что мы знаем, что запоры, это не просто проблема кишечника, это идет еще с желча. Если желчь густая, то 100% будет проблема в кишечнику, 100% будет запор. Если наоборот, желчь жидкая, будет расстройство. Вот я нахожу, я иду сверху, не вот причина, вот запоры, давайте мы будем вам запоры лечить. Но запоры запором не вылечится. И вот провожу консультацию, назначаю, как бы начинаю человека вести. Вот я всегда с человеком на контакте. Вот пока мы не решим эту проблему, я каждый день, вот 24/7, я всегда на контакте с человеком. Я вот напоминаю, надо вот так делать, спрашиваю, или вы делали так, или не делали. Я хочу, чтобы человек имел результат. Не просто, чтобы он пришел, как бы что-то там попил, покушал, попил, и все, и как бы нет результата. Я всегда за результат. Провожу марафоны. На марафонах у меня очень хорошие результаты после марафонов. Вот какие, например... Как они называются? Да, марафоны похудения, марафон просто, или, марафон там... просто... Вот последний марафон у меня был легкая талия. Вот у меня был такой марафон. Потому что девчонки, они много вот сейчас, как бы большой попыт, это все хотят снизить лишний вес. Но у меня как бы идет лишний вес, уже это бонусом идет. Оно сначала налаживается организм, налаживаются все органы, начинает все в комплекте работать хорошо, а лишний вес уже уходит само. Потому что когда организм очищается, то он уходит много проблем со здоровьем, и в частности это как бы лишний вес. Это как бы уже бонус идет для человека. Потому что у меня на марафоне не только люди пишут, что вес потеряли. У меня вот, например, женщина, 52 года ей было. Она, да, она пришла на то, чтобы вес потерять. Но она говорит, для меня какая радость. У меня вот суставы начали хорошо работать. Она говорит, всегда была боль в суставах. Она говорит, лишний вес у меня очень хорошо пошел. Но она говорит, меня больше радует, что я, вот меня не болит уже. Ну да, к лишнему весу люди привыкают.
да. быстро. А вот к боли в суставах это не очень комфортно и не очень приятно, потому что это тревожит постоянно. Да, это понятно. И вот как ко мне приходится с многими диагнозами. И это экземы, и псориазы, высыпания на коже. Потому что ну, и головные боли, и мигрени, и проблемы с пищеварением. Вот все люди приходят с запорами. Все люди, потому что почему? Потому что люди не знают пить воду, во-первых. Если попить и дать воды, кишечник начинает хорошо работать. Но вот все приходят с запором, это реально все. И проблема такая масштабная людей. Много, вот, много выпадения волос, послеродовые там проблемы, гормональные сбои. Вот много, много у меня людей приходят с разными всеми проблемами. Но... А есть ли такие люди, которые приходят с таким симптомом? Я знаю, что он очень популярен, потому что ко мне тоже обращаются часто с таким симптомом и с такой проблемой, как называют, это плохой сон. Да? Вот либо бессонница, либо часто прерывается в течение ночи, либо не может уснуть, либо быстро засыпает, но там через час-полтора проснулись и до утра уже не могут спать. Вот такие люди приходят? Есть ли результаты в этом? Приходят люди. У меня даже женщина... Я знаю, что есть, да, но как бы давай озвучим людям. У меня даже женщина на прошлой неделе написала, что, слушай, я первый месяц очищения организма, я заметила первое, что я начала нормально спать. Потому что сон, как бы, когда человек не может спать, это третья стадия закисления организма. Вот как раз вот эту стадию входит сон. Вот еще состояние вот такое, вот какой симптом еще есть? Вот состояние того, кроме того, что сон, состояние вот ты плохо спал, утром проснулся, как бы и не спал. Вот такое состояние опять бы лечь поспать. Вот это тоже свидетельствует о том, что нет энергии. Это свидетельствует, что в организме грязно, что организм надо почистить, потому что нет энергии, это уже первое тоже признак того, что в организме что-то не порядок. Это с этого и начинается проблема людей. Вот начинается нет энергии, плохой сон. Есть много людей, что говорят, что сон улучшается. Потому что организм, когда очищается, он все работает так, как создал нас Бог. Так, как мы должны. Днем мы энергетически, энергия высокая, ночью это сон должен быть. Ну и... да, чтобы организм восстанавливался и был готов к следующему дню. Да, да, я всем говорю, что надо ложиться до 11 надо ложиться спать, потому что у нас дальше вырабатывается мелатонин, и ночью, вот именно ночью идет рестарт организма, потому что если человек не поспал до часу ночи, уже все, он уже пропустил вот этот самый главный этап, момент, когда, момент всего, да, когда восстанавливается организм. Ну, кстати, я думаю, что ты тоже слышала исследования ученых по поводу того, что мелатонин, он вырабатывается не только ночью, он вырабатывается в течение суток. Да, но... Вопрос только в том, что именно вот в ночное время, когда организму нужно спать, вот с 11 часов, иногда там с 10 даже это время называют, это максимально эффективная выработка. Да. Да? То есть можно чуть-чуть поспать, и в этот момент выработается достаточное количество мелатонина. Чем потом ждать, потому что кроме мелатонина в нашем организме вырабатывается еще много чего, и это все находится в такой в плотной взаимосвязи, и очень важно давать, действительно давать себе время на отдых и создавать условия для того, чтобы отдых был качественный. И вот как раз чистый организм – это одна из тех, таких бы, я бы сказала, услуг даже, да, которые мы можем предоставить своему организму, потому что кроме нас никто не почистит наш организм, кроме нас никто зарядку не сделает, кроме нас не возьмет бутылочку, стакан воды и не начнет пить, да, то есть мы должны это сделать для своего собственного организма, для кишечника, для мозга, для сердечно-сосудистой системы, для желудка, для толстой кишки, для толстого кишечника, для всех наших органов и систем. И по всем этим вопросам люди, в принципе, могут к тебе обратиться, продиктуй, возможно, свой номер телефона, либо где тебя найти на Facebook, в Instagram, где у тебя больше идет общение, да, чтобы люди могли записать. А в Инстаграме я Тая Анатольевна, так пишется. Мой телефон 503-989-5311. Вы можете позвонить. Еще раз, кто, пожалуйста? 503-989-5311. Звоните, буду рада помочь. Реально очень хочу искренне помочь многим людям, потому что уже с каким людям помогла, и все как бы с благодарностью говорят спасибо, потому что даже вот жить, вот как женщины привыкли, даже с теми запорами жить, это очень тяжело, это сложно, и это плохо жить. Например, если кишечник не работает, это очень плохо, потому что многие люди принимают это как уже привычку. Ну, да, ничего страшного, ничего страшного. Ну, это, мне говорят,
говорят, ну, я долго с этим живу, ну, пью слабительные иногда, ну, я раз в 4 дня хожу, но это проблема, потому что наш кишечник, вот там идет застой, а в кишечнике впитываются все наши питательные, как бы, все, что надо для нашего, для нашей жизни. И в кишечнике перерабатываются гормоны, и вот эти все переработанные гормоны, эти все токсины, что в кишечнике, они все впитываются назад в стенку кишечника и опять попадают в кровяное русло. И опять у нас идет еще сильнейшая интоксикация организма. А мы пытаемся решить это с помощью витаминов. Да, да, а мы с витамином. С помощью анальгина или там быстрой таблеточки, которая якобы нам может помочь. Она-то, конечно же, может помочь мгновенно. Там, мгновенно, допустим, симптом, какой-то симптом, да. Спазм какой-то там, ну вот что-то там, давление каким-то образом понизить или поднять. Но чтобы решить это и навести такой действительно порядок в своем организме, чистоту. И, кстати, как раз вот это время ноября-декабря перед Новым годом, это очень важно проводить такую уборку, да. Не только в доме, не только наряжать там всякими елочными игрушками и огоньками свой дом и жилище, но и навесить, даже не навесить, а позволить своим клеточкам таким образом сиять, как лампочки, чистенькими, да, но для этого нужно сделать определенные усилия. И на Facebook, пожалуйста, скажи, потому что у нас трансляция идет еще на Facebook, и есть люди, которые слушают и смотрят нас по Facebook, как на Facebook тебя найти? А на Facebook я подписана Тая Стрельчук, это моя девичья фамилия, Тая Стрельчук, так и пишется. Угу. То есть тоже можете присоединиться, я сейчас уже поделилась этой трансляцией на своей страничке Оксана Долома, ну, те люди, кто давно уже слушает и смотрит «Ментальный фитнес», уже знаете меня, поэтому у меня на страничке я поделилась, как раз сделав тег на Таю, поэтому обязательно присоединяйтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь, пока Тая находится в свободном доступе, пока да, она можно открыта вопрос. К тому, чтобы, да, задавать вопросы, помогать решать эти вопросы. И у меня есть еще к тебе вопрос по поводу детей, потому что очень часто взрослые люди, особенно женщины, они ради себя могут там что-то как-то там схитрить, да, там не сильно обращают на себя внимание. Но то, что касается детей, это в первую очередь, да, то есть если заболел ребенок, женщина, ну и мужчины тоже, готова, да. Впереди паровоза мы бежим и быстренько решаем все, потому что это, ну, наш ребенок, да, которому нужно в первую очередь помочь. Вот по поводу детей я бы хотела, чтобы ты тоже сделала акцент, что к тебе можно обращаться не только с вопросами взрослыми, но и с детскими. Вот что бы ты порекомендовала нашим мамочкам, папочкам, родителям, на что стоит обращать внимание у своих детей для того, чтобы, ну, помимо того, что там вовремя своим примером показывать, как нужно питаться, пить воду, да, там регулярные тренировки, но и на что стоит обратить внимание в состоянии ребенка, чтобы вовремя начать вот решение вопроса укрепления его здоровья. По поводу детей вы правильно сказали, мама, я сама как мама, я вот детям что надо, то вот все мы мамы хотим для детей, чтобы они были здоровыми, это в первую очередь. А дети, смотрите, дети такие же люди, как и мы, только уменьшенная версия детей. Но при этом растущий организм, которому да, нужно еще больше. Еще больше, это точно. Поэтому я вообще говорю тем девчонкам, еще которые не рожали, говорю, что планируйте беременность, очищайте организм еще до того, как там началась зарождаться новая жизнь. Потому что здоровье наших детей зависит из того момента, когда они только начали развиваться в нас в утробе. Вот какое здоровье у мамы, считайте, что то же самое вы передаете своему ребенку. Я всегда говорю, что от осинки не рождаются апельсинки. Если здоровая мама, будет здоровый ребенок, мы все передаем, мы микробиом передаем нашему ребенку. И когда у мамы там как бы грибковое вот заражение или все полезное и неполезное, все да, передаем. Да, все, она когда ребенок проходит по нашим по родильным как бы путям, оно все собирает с собой. И вот дети, растущие организмы, им все мы знаем, детям надо витаминов, но тоже не надо начинать с витаминов. Сейчас вот, например, осенний период. Почему у детей очень резко понижается иммунитет осенью и весной? Потому что в каждому ребенку есть глисты. Угу. То есть одна из проблем. Да, одна из проблем вот это, что паразиты есть. Паразиты. По данным Всемирной организации. У детей они больше, да, наверное, чем у взрослых. Да, потому что они лазят, они все хотят попробовать. Вот маленькие, да, они все. Да, с ними да, едят, да, да. Вот, у кого есть собаки, кошки, это обязательно надо очищаться. Потому что я смотрела видео, вот как животные заражают наших детей и нас. Это
Это, ну, вообще, ну, страшно. Обогащают, да. В кавычках иногда. И по данным Всемирной организации здоровья, в мире 4,5 миллиарда людей заражено паразитами глистами. Из 6-7? Это каждый четвертый, это как бы каждый четвертый человек заражен глистами. И это реально проблема, потому что из-за паразитов многие заболевания появляются из-за паразитов. Вот мы питаем детей витаминами, иммунитет понижен, мы питаем витаминами. Но эти витамины, в первую очередь, если там есть глисты, в первую очередь кушают они, конечно, они до ребенка нашего не дойдут. Поэтому прежде чем дать ребенку витамины, надо почистить от глистов. У меня есть вот знакомая через знакомую, она вот питала очень много ребенка витаминами. И пришло такое состояние ребенку, что он начал задыхаться. И когда они привезли его в emergency, вот здесь, в дыхательных путях, застряла глиста. Вы представьте, как она раскормила, мама раскормила витаминами в этих глистов. Что вот они в эмерженсах вот это сказали, вот поэтому я не говорю каждой мамочке, не давайте просто витамины. Сначала осенью и весной, два раза в год обязательно прочистить надо детям от глистов. И чистить надо не химическими препаратами, а натуральными. Потому что, я понимаю, и себя тоже нужно прочистить. И себя, да, если в идеале всю семью надо, желательно, потому что если вы прочистили только ребенка, а вы не прочистили, вы будете заражать ребенка. И я как фармацевт знаю, какая большая инструкция есть в противогельминтных препаратах химическим составом. Там вот такой листок идет побочных действий, на все действует. И это действительно так, потому что вот как действуют химические препараты? Оно, таблетка убивает внутри глисту. Вот, например, глисты есть, она убивает, но глисты это как бы живая клетка. Ну, наш печень, наш желудок, наш кишечник тоже клетка. Если она убивает живую клетку глисту, оно так же само действует на нашего ребенка. Ну да, поэтому противопоказаний очень много. Да, противопоказаний. И когда глисты умирают в организме, еще если у ребенка есть запоры, а это очень часто в детей запоры, оно все разлагается в нас, как бы внутри, разлагается внутри, и опять эти все токсины идут в кровь. Еще больше идет интоксикация и понижение иммунитета. Да, очень важно вовремя все это выводить, даже если вы делаете профилактику и боретесь со всякими жителями. Да, поэтому я рекомендую натуральными препаратами выводить глисты. Есть вот такой, я работаю комплекс вот такой, специально идет противопаразитарная программа, которая есть для детей и есть для взрослых. Разработана нутрицион. Это не просто такая, чтобы оно просто, но разработано специалистами, и оно очень хороший эффект после. Я своей старшей дочке давала, то я сразу увидела эффект. Она прям поменялся аппетит. Она до этого... Вот, кстати, аппетит один из этих симптомов, которые да. мы тоже на что стоит да, вот когда, внимание. Да, вот когда очень... Либо жор нападает, да, либо отсутствие аппетита. Да, и это все это нашим мозгом тоже управляет наш кишечник, потому что он дает сигнал, что надо идти скушать сладкое, это требует или бактерии, или глисты нас требует, чтобы мы скушали. Поэтому очень важно детей очищать от глистов, а потом уже давать витамины, давать как бы питание вот клеточное давать уже детям и для поднятия иммунитета. Но два раза в год это обязательно надо прочищать как взрослых, так и детей от паразитов. Отлично, хорошо. Спасибо, очень ценные, полезные рекомендации. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Тая Стрельчук. Много лет, вообще она родилась в Украине, в Черневцах. Много лет уже, 6 ты живешь, да? 6 лет, да. Лет живет в Америке. И вот мы о ней, оказывается, не знали, да? Сегодняшняя наша передача посвящена тому, чтобы, ну, как и многие наши передачи, они посвящены тому, чтобы знакомить наших слушателей, зрителей со специалистами разного профиля, которые помогают нам быть более здоровыми. И Тая как раз тот человек, который много лет занимается темой здоровья, есть соответствующее образование. Таня, напомни еще, какое у тебя образование, чтобы это так добавило уверенности и желания людям, которые нас слушают и смотрят, обратиться к тебе за профессиональной консультацией. У меня высшее фармацевтическое образование и фармацевтический химик, тоже высшее образование. И еще я здесь уже выучилась на нутрициолога. Нутрициолога, не просто нутрициолог, а нутрициолог превентативной медицины.
Это как бы есть разница, потому что сейчас на нутрициолога можно и за месяц выучиться, но ну, я да, на это потратила уже 2 года, и дальше каждый день я изучаю всякие, как бы всякие тренинги беру от нутрициологов мира, не только вот в окружении, но дальше изучаю, да. потому и что... И самое главное, что у тебя есть базовое образование, которое позволяет очень четко различать вот эту эффективность многих средств, и я знаю, что большое количество людей, так как живем в Америке, да, очень много у нас разных препаратов, в магазинах они, да. в аптеках, в сети можно купить, да, в сетевые компании, есть очень много рекомендаций, и я знаю, что многие люди пользуются разными чаями, травами, кто самолечением, кто по рекомендации, кому-то нравится просто вкус, кому-то нравится результат. Я хочу как бы как раз к этим людям обратиться в отношении того, что если вы все-таки применяете что-то, да, уже пьете там витамины, добавки, используете какую-то систему очистки, и, возможно, вы еще не получили тот результат, который вы бы хотели по стройной талии, по легкому ощущению, по работе своего желудочно-кишечного тракта, по состоянию сна, да, то есть вот есть к чему еще стремиться, то я рекомендую вам обратиться к Тае за консультацией, потому что у нее есть опыт, возможность и соответствующие знания, которые могут вам подсказать, я так думаю, да, что, возможно, даже те средства, которые вы уже применяете, может быть, к ним нужно что-то добавить, может быть, нужно что-то изменить пропорцию, может быть, изменить очередность, а может быть, там вот просто изменить водный режим или еще какие-то показатели. Сможешь таким людям помочь? Потому что я знаю, что да. такие, да? да? То есть, пожалуйста, можете обратиться. Да, я продиктую еще раз свой номер телефона и как тебя найти. 503-989-5311. 503-989-5311. В Инстаграме я подписана Тая Анатольевна, а в Фейсбуке я Тая Стрельчук. Пишите, буду очень рада вам помочь. У меня, кстати, будет стартовать марафон. Ну, марафон – это я всем говорю, что это не марафон похудения, это марафон очищения. После вот 2-недельный марафон у меня будет. Когда он будет и когда будет, какое количество людей, как туда записаться тоже, да? 26 ноября, это будет после Thanksgiving, но я всем рекомендую, как бы сейчас, кто хочет очистить свой организм, пишите, потому что я слаживаю, как бы, чтобы разобраться, что у вас, какая проблема в организме, чтобы найти причину, и на марафоне я всех, я индивидуально для каждого человека уделяю время, чтобы как бы для каждой проблемы, чтобы человек в конце марафона избавился от своей проблемы, с которой он пришел. Ну да, как бы инструменты могут быть похожи, и цель, да, очистка, то есть детокс организма, но при этом результат у каждого может быть да. свой, в зависимости от того, с какой проблемой или с какой особенностью по здоровью человек уже, ну, заходит. Оно так и есть. То есть нужно не 26-го обращаться, правильно я понимаю, а нужно уже да, сейчас обратиться, сейчас. Написать, записаться, возможно, задать вопросы, выполнять какие-то, начать задания. Ты, кстати, даешь какие-то рекомендации или как ты анализируешь, допустим, чем питается человек, и вот пишут они там режим тебе или... Да, я спрашиваю, как человек, вот самое первое, это как пьет воду, что питается, если есть возможность сдать анализы. Я смотрю анализы человека uh-huh. на вот анализы по дефицитам и анализы вообще в общем, общий анализ. Я могу посмотреть, вот это тоже смотрю. Если у человека уже какая-то больше проблема не только снизить вес, то я уже углубляюсь, я даже анализы смотрю, человеку помогаю uh-huh. Сказать, что вот, а потом мы уже заполняем дефициты, потому что дефициты очень важно. Даже вот пример скажу по тому же самому магнию, если посмотреть вот магния, если не хватает в организме, то вот 3 листка можно списать, какие будут заболевания при дефиците магния. Ну, также да, самое в каждом организме это будет по-особенному. Да, это очень большие проблемы со здоровьем вызывают дефициты в организме. А еда, которую мы кушаем, с едой вы никогда не получите всех нутриентов, которые необходимы для жизнедеятельности нашего организма. Угу. Вот с едой не получить, надо скушать килограммами всех, и то наши овощи, фрукты, все они идут с нитратами. Вот эти нитраты опять попадают в организм, и опять же идет закисление, загрязнение организма. А вот нутрицептики надо кушать такие, чтобы
помогать организму нутрицептиками и в таких хороших формах, что они усваиваются нашим организмом, что наши клетки, эффективно. Потому что не важно не то, что мы едим, а важно, что усваивается вообще, да, и что остается в организме, как топливо, как те катализаторы процессов, которые нам нужны для эффективной работы. Очень классно, что у тебя есть такие программы, очень рада, что ты пришла к нам сегодня в студию. Напомню, что у нас в гостях сегодня Тая Стрельчук, она говорит свободно на украинском и на русском языке, по-английски тоже ты идёшь консультацию? По-английски тоже. По-английски тоже, поэтому обращайтесь сами, обращайтесь, приходите вместе с своими мужьями, с детьми, если у вас есть знакомые, которым нужна такая помощь, консультация от эксперта, ну, с большим опытом и соответствующими знаниями, то, пожалуйста, можете порекомендовать Таю для того, чтобы, ну, возможно, послушали наш сегодняшний эфир, возможно, просто связались напрямую сразу. Еще раз продиктуй свой номер телефона и где тебя в соцсетях можно найти. Мой номер телефона 503-989-5311. 503-989-5311. Тая Анатольевна в Инстаграме, а в Фейсбуке Тая Стрельчук. Угу, отлично. И что ты хочешь, какое пожелание, возможно, нашим слушателям, зрителям сегодня дать, какую-то рекомендацию ценную, полезную? Ну, помимо того, что ты уже сказала, на что обратила внимание, еще на чем стоит фокусироваться? Ну, вот пожелание, как в конце передачи. Хочу просто пожелать всем слушателям, спасибо большое, что слушал меня, и хочу всем пожелать здоровья, потому что здоровье – это одна из самых главных ценностей, которая дана нам Богом, и это самое, как бы, чтобы человек был счастлив, это одна из самых таких основных ценностей, чтобы человек был счастлив, потому что если есть здоровье, то у человека есть все, и планы, и мечты, и как бы силы, но если нет здоровья, то все это в сравнении ничто. Так что всем здоровья, будьте здоровы и следите за своим здоровьем, потому что легче быть здоровым, легче удержать свое здоровье, чем потом лечиться и диагнозами как бы вылечивать наши диагнозы. Вот так. Просто будьте все здоровы. Да, и не доводите себя до состояния диагноза получения. Да, будьте наблюдательны и следите даже за небольшими, казалось бы, но как бы наша жизнь не складывается из мелочей. Не думайте, что запор либо там головная боль – это мелочи, это нормально по возрасту, да, а быстро реагируйте. Если это часто повторяется в вашей жизни, то, конечно же, начинайте решать эти вопросы, пока еще есть силы, есть порох в пороховницах. Я называю это пока при памяти, да, то есть можно это все решать. Поэтому обращайтесь, будьте здоровы. И, как всегда, хочу напомнить вам о том, что вы являетесь главной причиной для радости в своей жизни. Помните, что ваше эмоциональное состояние, ваш навык управления своим ресурсным состоянием, своим настроением являются очень важными в достижении любых целей, в том числе и целей по хорошему самочувствию, по сохранению своего здоровья. Поэтому будьте здоровы, радуйтесь жизни, излучайте эту радость и действительно следите за собой и будьте другом, настоящим другом для своего тела, для своего организма. Спасибо огромное, Тая, за то, что ты пришла в нашу студию. Очень ценные советы. Спасибо вам большое. Мне спасибо большое. Да. Всем хорошей солнечной недели, настроения прекрасного. Будьте здоровы. Всем пока-пока.